Ну вот это уже час третье видео о таинственной посетительнице гостиницы для насекомых. Видно, что она все глубже и глубже засовывает брюшко в отверстие вот там в той земляной пробке одной из трубочек. Я думаю, она использует ту, которую делала оса, потому что я видела, как оса именно заделывала, приносила землю, это грунт, и заделала дырочку. Видимо, вылезли те личинки ее. И вот использует это гостье, готовую уже такую полость.